Девочки и мальчики, 9 июля – самый денежный месяц этого месяца. Обязательно сегодня возьмите лавровый листик, напишите на нем одну денежную циферку и положите в свой обязательно кошелек. Почему именно сегодня, 9 июля, как правильно провести эту практику, какие слова нужно сказать, друзья, все далее, более подробно обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, 9 июля, и вы знаете, этот день с достаточно очень мощной и сильной денежной энергетики. Вы спросите, почему так? Дело в том, что в этой дате есть циферка 9. А циферка 9 – это у нас с вами число богатства, число процветания, изобилия, достатка. Кроме того, с помощью цифры 9 мы с вами программируем себя на процветание, на привлечение достатка, благополучия. Поэтому, друзья, именно сегодня, 9 июля, любые денежные практики, которые вы решите проводить, или вот о которых мы далее поговорим в этом видео, они будут очень эффективны. Поэтому не пропустите этот магический момент и этот день. Вы знаете, кроме того, мы в этом видео с вами будем в практике проводить не только с самой циферкой, но и также с могущественным и волшебным лавровым листиком. И именно в этот день мы будем использовать именно в практике лавровый лист. Конечно, существует очень множество различных практик. Как вы можете привлечь удачу, деньги, как загадать желание с помощью лаврового листа. Но так как 9 июля у нас с вами денежный день, самый сильный день, друзья, обращаем ваше внимание, что у нас до 12 июля еще с вами растущая луна, а 13 июля у нас с вами полнолуние, поэтому нам обязательно вот в ближайшие дни нужно провести различные практики, которые откроют к нам, к потоку изобилия, достатка и благополучия. Обращаем ваше внимание, что после проведения именно этой практики вы можете увидеть, прочувствовать, заметить положительные события уже в самое ближайшее время. Конечно же, вы откроетесь потоку изобилия и сможете сами привлечь деньги. Поэтому, что мы с вами будем делать? Для проведения этой практики, во-первых, мы с вами можем эту практику проводить 9 июля в любое время, когда вам будет удобно и комфортно. Еще раз хотим сделать большой акцент на одном моменте. Когда вы проводите практики, пожалуйста, даже если она и минутная, обязательно отключайте свои телефоны, гаджеты, чтобы вам никто и ничто не мешало. И второй момент, вы должны обязательно быть только в хорошем настроении. Если что-то вас разозлило в тот момент, когда, например, вы просмотрели видео, да, и кто-то вам позвонил, сказал что-то, какие-то сплетни, возможно, появились какие-то неурядицы и так далее. Большая просьба, пусть пройдет час-два, чтобы вы успокоились, чтобы вы продумали вот ту негативную ситуацию, которая у вас произошла, и только после этого приступайте к практике, потому что, когда вы проводите практики, которые направлены на привлечение удачи, денег, изобилия, достатка, и вы не в расположении духа, то есть ваши мысли направлены вот на решение вот той ситуации, той проблемы, в таком случае эта практика, вот она, знаете, она не будет сделана эффективно, а значит, вы, проделав практику, просто как минимум потратили свое время. Итак, второй момент, мы с вами берем лавровый лист. Мы идем на кухню и выбираем самый красивый лавровый листик. Смотрите, чтобы он не был не поломан, чтобы на нем не было никаких капелек, всевозможного мусора и так далее. Если у вас на кухне нет такого лаврового листика, например, у вас были последние, пойдите в магазин и купите пачку лаврового листа. Благо сейчас в любом магазине это можно купить, кроме того, время сейчас у нас с вами начинается закаток. Если уже кто уже начинает закатывать, потому что зима, как вы знаете, достаточно тяжелая. Кто смотрит наши видео, знает, о чем мы говорим и какие мы советы и рекомендации даем на этот, по этому счету. Поэтому обязательно смотрите все наши видео, чтобы не пропускать очень важной и ценной информации. Итак, берем лавровый листик, друзья. И очень важно, чтобы вы взяли тот именно листик, который вам понравился. И
На этом листике берем фломастером, можете ручкой, только, пожалуйста, аккуратненько, и рисуем циферку 9, именно циферку 9. И после этого мы перед тем, как класть наш лавровый листик, циферка 9 в кошелек, обязательно скажите такие слова. И обязательно очень важно, чтобы вы эти слова написали в комментариях под этим видео. Таким образом, вы еще раз повторно активизируете эти слова. А слова, друзья, звучат следующим образом. Я желаю богатства, я желаю успеха, я желаю счастья, я желаю золота, я желаю серебра, я желаю изобилия. Я желаю здоровья, я желаю помощи, я желаю, чтобы деньги пришли в мою жизнь. Я желаю всего этого и так тому и быть. Друзья, вот именно эти слова мы с вами произносим ровно 3 раза. После этого берем наш красивый лавровый листик и отправляем в наш кошелек. Только, пожалуйста, кладем в кошелек именно в то место, в то отделение, где у нас нету ни банкнот, ни монет. Этот лавровый листик носим в кошельке до тех пор, пока он не поломается, или вы не увидите, что он, например, половина ли отломался, или с ним что-то, есть какие-то моменты, то есть видите, что он уже не единый, не целый. Это очень важно. После проведения этой практики обязательно посмотрите в зеркало, сами себе улыбнитесь, пожелайте себе всего самого-самого наилучшего, что вы считаете, что вы желаете и хотите иметь. И, друзья, обращаем ваше внимание. Еще на один момент. Когда вы увидите, что лавровый листик начал сыпаться или отломился, достаем наш лавровый лист и нужно размять в руках. И вот эту пыль, вот этот так называемый кусочки от лаврового листа обязательно выбросите в окно и поблагодарите Вселенную за те блага, которые есть в вашей жизни. Не бойтесь вот этот момент, только знаете, когда вы будете это делать, когда у вас уже лавровый листик где-то отломается, и вы сделаете из него именно из мелких именно лист, ну именно как, знаете, как пыль, если получится сделайте, отправляйте, бросайте в окно именно со словами благодарности и сделайте это именно только с радостью. Это очень важно. То есть не просто так, знаете, разломали и бросили. Это очень важно, потому что таким образом, когда вы делаете, вы изнутри, чувствуя себя, чувствуя интуицию, вы таким образом подтягиваете еще к себе энергию больше изобилия, достатка и благополучия. А также вы начнете, друзья, обращаю ваше внимание, после вообще проведения самой практики в течение 2-3 дней вы начнете замечать, что в вашей жизни начали происходить какие-то изменения. Какие-то могут быть изменения. Например, перед вами появятся какие-то новые возможности, вам могут предложить какую-то новую работу, появится премия, возможно, какие-то бонусы, еще какие-то моменты. То есть, знаете, у каждого человека это будет свое. Главное, чтобы вы не нервничали, чтобы вы не переживали, ой, ну а что ж так, то есть это не значит, что вам нужно сидеть, сложа руки и ждать какого-то момента. Нет, мы продолжаем двигаться, мы продолжаем работать, мы продолжаем учиться, познавать мир, общаться с людьми, узнавать, что и как. Это очень важно, потому что когда вы познаете мир, когда вы понимаете, что вы хотите, в таком случае ваша жизнь и ваш мир меняется. Помните об этом. И, конечно же, не забудьте, друзья, в комментариях прямо сейчас под видео написать те слова, которых мы только что озвучили, которые вы должны сказать на листочек. Они будут и в описании к этому видео. Поэтому, пожалуйста, хотите скопировать, можете скопировать и вставить в комментариях под этим видео, но обязательно еще произнесите вслух. То есть, чтобы это не было вот лишь бы.
Потому что когда вы делаете что-то лишь бы, узнаете вселенную, знаете, вот людей можно обмануть, можно своих друзей обмануть, посчитать, что где-то ложь во благо может быть. Но высшие силы, вселенную вы не можете обмануть. И бумеранг всегда возвращается. Поэтому нужно всегда делать все искренне, с любовью, с радостью. И тогда действительно вы сможете увидеть, что в вашей жизни будут происходить изменения. Друзья, мы вам всем желаем прекрасного дня, 9 июля. Пусть в вашей жизни будет все прекрасно. Проведите этот день замечательно, чудесно. У многих людей это выходной. Уделите внимание своей семье. И, конечно, находитесь в потоке изобилия, в потоке благополучия. Помните, все зависит только от вас. Ну, а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной, ценной информации. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше понравилось. И смотрите, друзья, там много ценной, полезной, важной и нужной для вас информации. Всех вам благ, друзья. Услышимся в следующем видео.